Давайте посмотрим, что происходило с Францией за последний год. Да? Она оскорблена, по большому счету. Она потеряла колонии, демонстрации фермеров, личные выпады против Макрона и так далее и тому подобное. Вот что должно сделать правительство в данной ситуации? Но одна из стратегий – каким-то образом отвлечь. Отвлечь от текущей повестки, которая может быть неприятна руководящему классу. И таким методом может являться самым действенным – это напугать народ. Напугать народ следующей войной, понимаете? То есть перевести такой вот фокус внимания, а что действительно война? Это действительно, если война, ну это же серьезно, по большому счету. Я не очень верю то, что, скажем так, воинственная у нас такая Франция пойдет воевать.